11 июня. Аль-Кунейтра. В одном из районов Аль-Кунейтра, вблизи мастерской по ремонту автомобилей, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Жертв нет. Ближайшим строением и самой мастерской нанесен большой материальный ущерб. Военных объектов в данном районе нет. Аль-Кусейр. В районе города Аль-Кусейр от бандитов и террористов фронта Аль-Нусры освобожден поселок Аль-Буэда, в который бежали боевики после поражения в Аль-Кусейре. Данный поселок стал новым штабом командования боевиков и очень тщательно укреплен и подготовлен к обороне. Даже сейчас во многие дома поселка нельзя входить, так как они заминированы. Работают саперы сирийской армии. В ходе проводимой проверки выявлена разветвленная сеть подземных ходов, блиндажей и укрытий, которые также проверяются саперами. Один из подземных ходов был заполнен оружием и боеприпасами. Кроме стрелкового вооружения там были обнаружены РПГ-29М, минометы, боеприпасы к ним, самодельные взрывные устройства, а также оружие и боеприпасы израильского производства, в том числе минометная мина, снаряженная химическим отравляющим веществом, противотанковые ракеты «Лау», дымовые шашки. За время нахождения в Аль-Кусейре банды Аль-Нусры осквернили и разрушили христианские церкви. Так была разграблена старинная церковь в районе Центральной площади, а также церковь в другом районе города. В одном из жилых кварталов Аль-Кусейра было оборудовано кладбище, на котором боевики фронта Аль-Нусры хоронили своих погибших. В городе Аль-Кусейр продолжаются мероприятия по проверке районов города. Обнаружен склад оружия, боеприпасов и военного имущества, принадлежавший бандитам, и устроенный в одном из многочисленных подземных ходов. В подвале одного из жилых домов террористы также оборудовали крупный склад с оружием, боеприпасами и множеством различных самодельных мин и гранат, готовых к применению. В том числе обнаружены и подвесные авиационные контейнеры для запуска НУРСов. В одном из жилых домов боевиками была оборудована мастерская по производству самодельных взрывных устройств. Обнаружены компоненты для изготовления взрывчатых веществ и заготовки для мин и гранат. Агентство «Ана-Ньюс», Марат Мусин, Игорь Надыршин, Василий Павлов, Виктор Кузнецов, Сирия.